Коммуналочка, здорово, всем привет! Сегодня у нас рецепт сырников. И так, чтобы побольше, чтобы каждое утро ты не возился, не думал, что тебе нужно этот творог замешивать. Ну, какой возиться? Сразу сделал один раз и навсегда. 3 килограмма творога, изюм, сахар, ваниль, мука, яйца. Поехали! Так, и первым делом нам нужно замочить изюм в теплой воде, чтобы он чуть-чуть поднабух. Потом мы его помоем, лишнюю пылинку сделаем. Вот так, аккуратно все делаете, чтобы у вас ничего не рассыпалось. Так, замочили изюм. Теперь приступим к нашему творогу. Вамба. Творожок быстрый. Памба. Сколько сюда влезет, интересно, блин. Вряд ли. Все 3 килограмма, короче. У меня нету большой емкости. Все. Это половина, блин. Ты чё, а в нас обманул? Походу надо будет в 2 захода его делать. Вот твой ебар себе придумал. Так как у нас сюда влезло 1,5 килограмма творожка, будем пока готовить на 1,5 килограмма, а потом я еще раз сделаю замес на 1,5. Но я вам уже нет смысла снимать одно и то же, поэтому сейчас покажу примерно 1,5 килограмма творога. Засыпаем туда 10 столовых ложек сахара. Раз. Также ванильный сахар, пол пачки. Так, и как хорошо перемешали, добавим 5 куриных яиц. У меня куличьи яйца C1, перша категория. Так что давайте об стол чаю. И так будет с каждым яйцом. Чаю. Yes. Сахар. Продолжите сами. Сау, Трен Санчеза, добрый день, нахуй. Да выделывался, получаем. Так, коммуналка, для того, чтобы консистенция была однородная, а не отдельно мука, яйцо, отдельно комочки творога, мы его чуть-чуть подружим там все это, вот так вот все. Вот, дружим. Надо дружить. Вот так. Понятно? Тебе понятно, Чик? Satisfaction. Готово. Обратите внимание на консистенцию. Консистенция уже хорошая. Мне нравится. Так что смотри, как мне нравится и как нравится тем, кому я это готовил уже. Все в целом-то хвалят. Хотите, чтобы вас хвалили? Пожалуйста. Вот. Легкий рецепт. На коммуналка, как подружили творог, яйца, сахар, ваниль. Разбили. Добавим на 1,5 килограмма творога 150 грамм изюма. Это кишмыш, он уже набухший, солоненький и без косточек. Покупайте кишмыш. Как добавили кишмыш, перемешали, обратно давай. И что? Нам нужно ввести туда нашу массу. 10 ложек столовых муки. Чем мы сейчас займемся? Голяжа моя голова.
Я же манку забыл добавить. Давайте так же. 5 ложек манки. Продолжаем. Так, наша масса настоялась, и давайте приступим к формированию наших сырников. Так, и для того, чтобы упростить процесс, нам поможет в этом маслечко. Мы смажем вот так вот на ручке. И погнали отмеривать наши сырнички. Так, 60 грамм здесь будет. И таким вот способом мы переформируем всю нашу кастрюлю. Блин, вот хорошо, что есть весы. Ну что, вот такие шарики мы накатали. Так, часть отложим, конечно же, в морозилку. И потом будем каждое утро себе доставать 3-4 штучки и жарить. И часть я покажу, как их приготовлю и как буду их дегустировать. Поехали. Отправляем в морозилку. Ну что, приступим к жарке наших сырничков. Взял 6 штучек. На разогретую сковородочку нальем чуть-чуть масла. И потихонечку отправляем туда наши сырнички. Естественно, с формой сырников я особо не заморачивался. Когда делаешь 60 таких сырников, то как-то не особо хочется заморачиваться еще с формой. Тут главное уже вкус и количество. Это конвейер, блин. Вот такую ромашечку сделали. Оп. Вот такие вот сырники, конечно, не ресторанская форма у них, но зато масса до хрена. Ну что, сделаем кофеечек и попробуем сырнички. Погнали. Ах, вот же они, блин. Что за пиковая кофе, блин. Так, ну что, час настал. Будем пробы вылить, да? Заваскам на ручку. О, как французских этих. Хотя французы бы перевернулись бы, конечно, от этого. Пышненько.
сладенькие, нежненькие. Мне нравится изюм. Вместо сметанки. Опа. Короче, коммуналочка. Если делать это на порцию, это вообще, типа, вот так вот расплюнуть. Да, сегодня немножко за пару поймал, но ничего, зато у меня будет просто на месяц сырников. Минимум. Каждое утро достал, там 3-4 штуки и похавал. А так вот, да. А порцию себе можно тоже делать по этому рецепту. Вообще прикольные, нормальные сырнички. Лучше любого протеинового батончика. Вот так вот творог туда намешал. Мука, яйца. И кальций, и белок. Ва. Спасибо за просмотр. Сори за кислое лицо. Это начиналось все утром, поэтому я и такой немножко сонный. Все, спасибо. Подписывайся, ставь Лукас.